С приходом в 47-й регион мусорной реформы пришли и новые тарифы, и они значительно выше прежних. Это связано с увеличившимися затратами на обустройство полигонов, где теперь проводится сортировка отходов, да и экологические требования выросли. Также деньги идут на контроль перевозчиков, чтобы исключить возможность создания несанкционированных свалок. С повышением тарифов более актуальным стал вопрос экономии и возможности получения льгот. Как раз в связи с мусорной реформой в июне 2019 года были внесены изменения в Социальный кодекс Ленинградской области, предусматривающие дополнительные льготы на оплату вывоза мусора для жителей старше 70 и 80 лет, а также малоимущих граждан. Услуга стала коммунальная. На нее также распространяются все нормы социальной поддержки, как и на остальные коммунальные услуги. То есть, если вы являетесь льготником, да, если у вас уже предусмотрены льготы на коммунальную услугу, данная коммунальная услуга не исключение. Как раз таки на нее и также предусмотрены все меры социальной поддержки и компенсации. Здесь следует сразу сказать, что региональный оператор по обращению с отходами, он льготы не агрегирует у себя. Здесь всеми льготами занимается отделы соцзащиты. То есть, если у вас есть вопросы по оформлению льготы, как ее получить, какие документы подать, здесь необходимо обращаться в отделы соцзащиты. Там подскажут, какую льготу можно получить. Также помочь с оформлением льгот могут в многофункциональных центрах «Мои документы». Если у вас есть несколько квартир или домов, или вы летом живете на даче, а зимой в квартире, то платить можно только за то жилье, где вы находитесь. Если в квартире никто не проживает, не прописан, здесь действительно услуга все равно начисляться будет. Если же у вас есть временное отсутствие, например, вы отсутствовали в жилом помещении и вы зарегистрированы, как и по остальным коммунальным услугам, вы вправе подать, если у вас есть документы, подтверждающие временное отсутствие, заявление в единый расчетный центр, оно будет рассмотрено. Если есть основания, которые закреплены документами, которые указаны в правилах оказания коммунальных услуг, подтверждающие период вашего временного отсутствия, то будет осуществлен перерасчет платы за коммунальную услугу. Подтвердить свое отсутствие в доме или квартире можно с помощью командировочного удостоверения, справки о нахождении в другом месте, например, в санатории, билетами на автобус, поезд или самолет, счетами за гостиницу, справкой от садоводческого или огороднического товарищества. Словом, любым документом, который может подтвердить, что дома вас не было, а находились вы в другом месте. Уехали из квартиры на летнее время. Если есть документ, как я уже сказала, подтверждающий временное отсутствие, но это обязательно должно быть подтверждено документально. Обратитесь, пожалуйста, в единый расчетный центр. В садоводствах все еще проще. Их члены платят за фактически накопленные отходы. Нет мусора – нет и платы. В садоводстве приехали вы только в летний период, намусорили там один куб отходов. Вот все члены садоводства заплатили за один куб отходов. Никто не проживает там, не приехал зимой, не было отходов. Вам еще не выставляют за вывоз отходов, потому что садоводствами, Ирина Викторовна вот подтвердит, и договоры сегодня мы смотрели, а оплата, и вывоз по заявке идет, и оплата во всех садоводствах идет, исходя из фактически вывезенных отходов, как с садоводств, юридических лиц. А еще есть большая вероятность, что тарифы скоро будут снижены, но об этом в следующем выпуске.